сотни химчан присоединились к всероссийской акции «Свеча памяти». Жители округа, представители общественности и волонтеры зажгли лампадки в память обо всех погибших в теракте в Крокус-Сити-Холл. Тысячи свечей засияли пламенем скорби по всей стране. Для страны, для города, для Московской области это, конечно, такое время, когда жители объединяются. Сами видите, сегодня и в Крокусе такие же события происходят, и здесь у нас, и по всем городам Подмосковья, Москвы и всей страны. Траурные мероприятия проходили на протяжении 2 дней в сквере Марии Рубцовой. Тысячи гвоздик, свечей и игрушек химчане возложили к стихийному мемориалу памятнику «Сестра Милосердия». Очень тяжело для всех. Конечно, мы были не знакомы, но все равно мы живем в России, мы единая одна семья, и хотелось, конечно, поддержать родственников, близких, хотя бы морально. В день общенационального траура плакала даже погода. Но, несмотря на дождь, химчане пришли выразить свою поддержку тем, кто потерял в этом кровавом теракте своих близких. Летит туман, на исходе дня. Елена Тараненко, Вильфрид Димковский. Новости Химки ТВ.